Мир вам, друзья. Сегодня буду играть на медовом прямом листе. На героя я особо не игрок. Но я давно хотел... Извините, голос немножко подсорванный. Давно хотел сыграть на нем один рофлобилд. Взять себе рапиру с лотом вторым, третьим. И как следует потоптать со второго скилла. Мид против Зевса. Я сделал фбшку. Показывать ее не стал. Она была очень сумбурной. Я тогда даже музыку не врубил. Ну там просто затоптали скаймага, который неоправданно сильно бычил. И мид против Зевса не самый сложный. Мид. Тем более, когда у меня стики прям в стартовом же закупе. И подлетел. Бэтл. Кайфую по максимуму. Взяли пытать ему еще немножко набить на мне. Добить мне пассивок. И погнали сразу же по муспиду. Буду разгоняться здесь. Получается, через второй, третья игра. Новометовый такой билдак. Глифа нет. Да, в целом, чутка протоптать его можно. Так, чисто характер показал. Ну что, это смешно. И весело. И слил немножко ресурсов, чтобы батл завязать. Даже по кайфу. Вообще, по-хорошему не лениться так, как ленился я. Я заградил себе стики чисто слот освободить. Так можно было бы взять ботинок. И убрать просто ветку в рюкзак. Тем более, он вообще не спамит. В кого? Играю один, играю в пати с Ваней золотым голосом. Отстала. Диктор. Если кому-то нужны услуги диктора, напишите мне, я вас с Ваней свяжу. Просто я его паблик благополучно забуду. В описание добавить. Я с собой знаком достаточно долго. Чтобы знать это наверняка. Так, он не в батл брал руну. Просто так я взял. Это вообще волшебно. Порядочку сбиваем. И погнали дальше. Своими важными делами заниматься. Блочить скрипов, встречать курьера. Попробуем оранжей переставить. Мне кажется, с батлом очень хочется смотаться на баунти, да? Нет, его, наверное, просто я не особо. Зеркало хорошее, точнее вилочка. Вот ты крысёныш, а. И ведь не хочешь, чтобы я его затоптал теперь за это? Патч в доте, патч во Fresh Woman, патч у эпиков. У них есть новая линейка Охуенная линейка. Просто секс от мира дота шмоток. Аркана на скелетон Кинга может и всего закасать. Папич, возвращайся в доту. А еще, если очень хочется купить игр для взрослых холостых мужиков, то во Fresh Woman, как я уже сказал, вышел новый патч, а у эпиков можно пополнить баланс стима. Ну и куда же без зимнего боевого пропуска, который по моей ссылке выдается не за 300 рублей, а совершенно бесплатно. И еще я выдам промокод на бонусную попытку в бесплатной мини-игре. Проводишь кунку до лута, продаешь лут, покупаешь Fresh Woman. Промо в закрепе, а с ним же ссылка. Удачи! Этого крипа целиком пропускает Зюс. Потрясающе. Хочешь за второй руной? Ну иди за второй руной. Я с тобой пойду. У меня ДПЦ есть? Даже не знаю, в плюс ли я. Наверное, нет. Сейчас батла отобьется. Чуть я ждал от себя большего дэмэджа. Я не чувствую прямо без стая, больше мы это обсуждали уже. И, кстати, 15 стиков, может получится ее как-то бейтануть. Да, получилось.
Давайте. Крипы у него под тавром дохнут. А я шустренько сбегаю за Баунтосом. Вижен надо взять себе. Срочно, экстренно. И буду играть с каплей. Просто каплю на линию против Зевса в падл брать. Антикапельки сбивает моментом. Но чуть позже возьму обязательно. На Манерген. Умер с вардом. Все еще вард таскает. Побить бы его башкой об землю чуть-чуть. Ботл. Две пассивки зарядил. Руна гарантирована моя. Внизу, внизу руна. И под такой руны можно и задавить. Вышло. Хорошо. По максимуму кайфую, и тавр сейчас его даже развалится. Давайте в БМ. БКБ. Рапира. План такой. Сыграй с барабана ботинками. Сыграй с барабана ботинками. Блять. Здравствуйте, у меня мут на аккаунте. Взял аккаунт говна. А, сыграй с барабанными ботинками, пожалуйста. Хорошо. Я даже в группу не могу говорить. Вот это ГБН интересно придумал, да? Наверное, люди, которые взяли меня в пати с низкой порядочностью, не возражают против того, чтобы я с ними разговаривал. Ну, может, я чего-то не понимаю. Так, поговори, я тебе по громкости настрою, раз я на записи зашел здесь. Раз, два, три. О, 4, братан, 5, тормози, тормози, 6, тормози. 7, 8, 9, тормози, 10. Тормози, тормози. Че это Зевс лютует? Так, что, поговори 5, еще 5, раз, 5. Сейчас я тебя убавил. Раз, два, три, четыре, пять. Все, потрясающе. Ты чуть 6. Тише меня, но у тебя голос чуть выше. Ну, все достаточно высоко базарит, даже хрен знает. Ладно, лучше тише, чем громче. Да, нормально, нормально. Вышиваю линию, чтобы у него было больше соблазна здесь под тавром покайфовать, а не на руну смотреть. И руна моя. Вообще кайф. Это ли не чудо? А что это с геймак был? Как мне показалось. Он собирался прыгать чуть позже. Санстрайк, конечно, пушечка залетел. Никогда не понимал прикол экзортовых сопротивящих вокеров. Расскажешь? Да, да, это такое, не это туда. Такое ситуативное было. Не туда говоришь, не туда говоришь. А. Я с тобой. Это было ситуативное решение. А что за ситуация? Да это просто экзорт в двоечку, как бы. У меня, видишь, еще в единичку этого самого есть. Вас Алекса. Я еще выжил сейчас. С ума сойти, как я это сделал. Ты ж моя прелесть. Давай я на топ подваливаю, побью его башкой. Но там варды, они меня здесь. Да, ничего страшного, пускай все варды мира. Ладно, не буду за ним бегать. А вот за это куда? Фокус от Джаггера. Не говори. Они самые. Так, на боте этот парень все разрулит. Че, у меня жетончик улетел? А я че, выбивал уже жетон? У меня улетел жетон.
Да, я выбивал жетон, лол. В момент как раз, когда тебя настраивал. Могу под ульту этот настроить. Почему? И зачем? Зачем он умер? Нет, зачем рудный щит у меня вытащили? А. Приятного крайне мало. Так, и был он тоже по пути забрал. А что-то у меня флешбеки из игры сегодня, когда мы с Ваней играли. С другим Ваней. У меня очень много Вань. Замедляй просто, я сейчас подолбил его башкой. Это неожиданно. Ёб твою мать. Еще голду заработать. Нет. Нет, надеялся до стиков дотянуть, но там слишком долго до стиков. Может магический резист против такого-то пика? Так, да я тебя замучу в доте, наверное, а то у тебя привычка со мной общаться. Пожалуйста, у меня я привык уже просто. Да все, я замутил, можешь по привычке базарить. Это да, это да. Давно я здесь вроде не записывал, аж как-то, знаешь, странно. Умрет на победа. Да, умрет. Я на топ сейчас приду, скорее всего. 10 секунд ТП-шки. А может надо было не БКБшку, а Eternal Shroud? А потом догончик докупить. Шо? Ну ты что ты делал на своем? Друг на инвокере, ты в курсе, что урну я покупаю, а не ты, да? Не был в курсе, но теперь в курсе, но я в любом случае ее не покупал. Вот это заебись, дружище, ебаный. Он мне нравится. Интерактив, который мы не заслужили, но который нам нравится. А что, думал, Клопа поможет? Я думал, что я успею помочь еще что вдруг, но... Я уже куда-то дался. Даю ТП. А, ты все равно всех переехал. Да, Клопа вовремя все-таки вернулась ко мне. Ну как же сыкотно играть с рапирой, ты бы знал. А ты уже купил рапиру? Нет. Но планируешь. Да. Я изначально пикнул прямо быстрее играть с рапирой. Страшно, даже не пожалуешься зрителям. Зрители скажут, ну хули ты ноешь. А чё, кстати, а на нём канда интересная. Насколько параша? Ульта кдшится 30 секунд. Ну и нормально. Мне так нравится филактерия первым слотом на снайпере, это когда там 20 секунд кулдауна, и маны хватает на 2 ультимейта. С филактерия на 3. И пацаны такие, ебой, заходит файт, кидают 3 шапнеля, кидают одну ульту через 20 секунд. Думают, блять, а точно ли стоит юзать, у меня маны нет. Так, Купа у нас третья позиция, да? Да. Вот чё он так в раствору уважает. Надо бы клареток себе заказать парочку. Как раз парочка и есть. Вообще идеально. И в мизе пачку потоплю.
потопчу с еще дополнительным рейнджевиком. Правда, рейнджа не добил. Из хп осталось шок контент. Я с вами. Это хорошо. Как я от него кайфую. Иби, иби, родной. Капец вы. Просто мгновенно откисли. Рискованный парень на копе. Не стал себе разбидеться плохо. Мне нравится, когда противники видят. Я сейчас на бот подваливаю. Я с Шраудом по идее втанчу. Сколько угодно. Не, ладно, не самый убедительный дэмэдж, я обратно отвечу. Слушай, я вообще не надамажил. Сколько пол хп у Гармага совертячего? А, это тройка у Гармага? Нет, это тройка... Омник. Омник, да. Не успеваю, да. Слишком большая дистанция. Опа! Ой, как хорошо. Ваншотнул. Аруна, аруна. А, он активно пошел. Угу. Опа. А смотри, я бегу боти, на бот. Боти там. Диффуза до аганима. По-хорошему ему в этой игре аганим манта играть. Вообще без диффузов. Потому что у него был план с дисперсером фастовым сыграть. Ой, вкусный омник. Мне слишком нужен на боте визуально. Реген никакого дополнительного нет. Но я потом бейл куплю. Но это еще не скоро. Еще жить и жить до этого бейла. Нормальный кусок моего тавра. Три тавра сломали крипса. Еще, кстати, в начале этой записи хрипел. Не мог говорить нормально. После произошедшего сегодня. Да, это жестко. Там такое было. Я сегодня наорался на несколько месяцев вперед. Но без использования вейс-чатов общего. Но групповой использовал. Прости еще раз, Ваня. Ты же занялся трижды? Извинись, четырежды. Лайт коллектор, думаю, самое то. Он. Так, надеюсь, что нападет. Значит, недопоняли мы с ним друг друга. Не, сейчас уже не хочу, сейчас я уже без ультимейта. А, это вернее закачанный Бэйлом, да? Барабаны, ботинки, очень скоро. С барабана бутсаем, прям покайфую. Ой, спиздил. Не сказать, чтобы я сильно против.
Так, чуть-чуть неприятно, но в основном очень приятно. Ты чё, бычара? Давай убивать это говно. Все, он умер, ребята, забейте хуй на него. Он чмо. Точно умер? Он опущенный теперь. По-моему, не умер. А, нет, он не опущенный, он, сука, выжил. Это чмо выжило, бля, ребята. Все, показалось. Не трогай, не надо. А вот хуй тебе, не деньги, бля. Нихуя ты бык, блядь. Ничего. Тука родился, ничего, уже въебывается. Да не, парни, просто 6 утра уже, сутки, мне похуй. Кого обидел, извините. Я обидел, кстати, неподходящее слово. Я не специально. И все, 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 мне надо это, свои корни забывать. У меня недавно таксист сказал что-то в духе, значит, с контекста вырвал. Вот вы из класса интеллигенции. И что-то там рассказывал про нас, класс интеллигенции. Как себя? Таксисты такие люди. Я из класса интеллигенции, нихуя себе. В экономии ехал. Может, ты просто разговаривал интеллигентно. Ты же любишь это дело? Да, да. Так я и на видео разговариваю. Относительно интеллигентно. Почему мне вот эта вот музыка ассоциируется с Гюнтером Адимом? Хотя на деле это музыка из Тусента. Я подхожу. Их всего лишь трое. Нас двое, давай. Блять, я пытался нажать Godmail. И по итогу не нажал вообще ни хрена. Ну ладно, главное, что он мертвый. Остальное мелочь. 45 килов на карте за 20 минут. Это ли не чудо? Рапира что-то не заказывается ни в какую. Хорошо. Не был он готов к тому, что у меня плюха 550. Смотри на мой дэмэдж. 100 пропира 350 дает? Она же 250 всегда давала. Не, подожди, 300 минимум. Точно. Нормально так я играю с рапирами каждую вторую игру. В душе не ебу, сколько рапира стоит. Ну знаешь, мы интеллигенция, мы дэмэдж не считаем. Все нормально. Ну, и, кстати, я, если быть до конца откровенным, не в полной мере представляю, что такое класс интеллигенции. Я понимаю, что врачи и учителей практически всегда относят к классу интеллигенции. Просто в том, что большинство учителей и большинство врачей даже не средний класс. То есть вообще доход как-то влияет на интеллигенцию или только... Вот социальная польза. Не совсем, если честно. Складывается ощущение, что в целом ты не, ну, можешь быть богатым, но не очень образованным человеком. И, но из-за того, что ты богатый, возможно, еще популярный, ты можешь нести ахинею в большие массы. Мне так иногда не, ну, вроде музыканты к интеллигенции относятся. Хорошие, а там не обязательно иметь образование. То же самое, у меня образования нет. У меня к интеллигенции таксиста нет. Продолжай, совершай привет. Ну, хрен знаю. Да нет, вопрос. Я просто хотел сказать, что меня пригорает иногда с этих с шортсов, то есть, ну вот, казалось бы, да, как будто вот касательно чего бы речь не шла, но если математика,
и там какая-нибудь дурь сказана, я такой, ну, чел, ты просто сейчас занимаешься, не знаю, насильственной деградацией населения. Не знаю, как, ну как это сказать, что типа человек отупляет людей ложную информацию. Я такой смотрю, ну а это шорт там посмотрел, да даже если несколько тысяч человек посмотрело. Ну это охренеть. Математики к русскому языку у тебя отношение прям сакральное. Ну такое, ну не, с русским языком, если я уже смирился, готов динозавр терпеть в целом. Динозавр на рапиру погонять. Хорошо. Подоптали с кайфом. Так, множитель урона, это так, здесь 100% выбор без выбора. Ой, сюда, сюда. Вот ты именно в это лакать, и барабаны ботинков мне не хватало в жизни, знаешь? Ты другое подвозишь. Так, с кайфом. Опа, опа, опа! Не ломайте, не бейте куру! Лучше обоссыте. Если чак, погнали от терминатора. Забафаешь меня. Я покажу, как можно очень давай быстро барабановать себе хп. Ваня, мы запомним тебя героем. Ты умер за шарт ВИЧ-доктора. ВИЧ-доктор весельчак. ВИЧ-доктора мы с тобой уже полюбили. А мне хватает на мой шарт. Нормально. Давай нашего терминатора тоже по той же схеме. Как лестница. Я в этот раз, наверное, попробую. А, какая разница? Я урона тонну внес. Все можно. Не такую тонну, как ты, но на мое количество хп хватило. Ой, скинул в лоу-граунд, да? Чё-то противники с базы не выходят практически. Все, давай, ТП-шься. По этой же схеме убиваем. Ну давай, давай. Хорошо. Давай, барабаны ботинки. Хорошо. Так, и даже сейчас ты без шарда. Стоп, это у меня натворца меньше, чем у Белла? Нет, я купил шард. Все получается. Два героя шардов не имели. Да. Я такой, у меня натворец меньше, чем у Пэлла. У меня сердечко. Блять, ну я когда пытаюсь сердце изображать, у меня получается звук дрочки, блядь. Как можно. Ну, клок. Так, руна мудрости. Похилюсь и пойду быковать на вражескую базу. Знаешь, мне сердце надо этим, короче, голосом в закрытым ртом, типа. Но все равно это больше на звуки, как будто ты перепил, и сейчас. Да-да-да. Все равно больше похоже. Как-то чем-то изображают звук сердца. Может. Ну, не, конкретно, я думаю, что вот так, как я сказал, просто подбирают это самое. Может быть. Это самое, как это называется-то? Ну, в общем, подбирают его, чтобы так, больше походил. Я что-то купил рапиру и качаюсь с ней. Хотя у меня вроде 16-2, можно не жаловаться особо. Это не самый убедительный дэмэдж, который я получал. Динозавр, беги, ты рапира. Ты рапира. Я рапира. Назовите меня динозавр рапира. Бля, динозавр, хуйню делаешь. Мне так нравится, как он хрипотцу добавляет. Он связками хрипотцу добавляет, да? Ну да, скорее всего. Мне на вокале учили рот открой широко. То есть открываешь рот, когда их внизу водишь, и сразу же хуяк с хрипотца, хуяк с мужик. И можно даже не широко открывая рот самостоятельно, когда их двигать, но я слишком мало занимался, точнее не по времени. Все еще нихуя ничему не научился. Хорош, 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 хорош.
Ебу дуру, ебу, блядь, ебу нахуй. А чё хорош-хорош, если вы втроём мёртвые нахуй? Четверо. Кто хороший-то? О, видишь, он Джаггера убил. Что? Он Джаггера убил. Мы Джаггера убили. Не, ну, во-первых, спасибо за помощь. Ты настоящий друг. Вот огонечка еще сильно не хватает. За что мы сражаемся, если не за дружбу? В Хое такой ивент есть, за что мы сражаемся. Сейчас захотелось поиграть за Португалию. Так. Так, сейчас треснешься, погнали, подеремся. А то мне уже надоело лесок качать. Давай, давай, давай. Вроде весело, вроде топ-1 левел на карте. А вроде в ноумника даже близко. Ого, а почему омник такой большой? Ну, потому что я только что вчетвером умер, да? Наверное. Возможно. Это не точно. Да, но я не уверен, мне опять же доступа к реплею-то нет. Давай презумпция невиновности пока что. Ну, это звучит похоже на правду, да. Да чё, кстати, по пятихаточке, в принципе. Опа, 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 опа. Ай-яй. Я ж рукой лучше сработаю, чем ультимейтом. Я что-то подумал сейчас. Рукой убедительно было, да? Еще бы. Слышь, блядь. Чё там, сука, стоишь, дрочишь? Динозавр, я тебя засейвлю, друг. А чем? Похиль меня, братан. Не похилит и не засейвит. Я на варды залез. Или нет, или что? Почему на меня попало? Сдержки перед применением нету у инвокера. Действительно странное дело. Да я, ну я просто ушел в инвиз. Я про это. Но я и говорю, я что вот сдержки здесь... перед применением у инвиза нету у инвокера. Нет, это да, но я-то, я же уже в инвизе бежал из-под тавра. Я уже под тавром был в инвизе, но я выбежал из-под тавра, и по идее поэтому снаряды не должны были попасть. Ну, как с вивером, типа. Да-да. Можем на развороте. Затрахали. Нормальное решение, скаймага отчаянное. Парень, как будто бы знаешь стадию принятия. У меня тут в климере. Собака. О! Давай, 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 давай! Покажи, покажи! О, мне что-то не нравится происходящее. Я, наверное, пошел отсюда. Злыдни. Так, пару сейчас как следует. Понять бы, на кого орать? На него орать. А, вижен, кстати, не дается шардового скилла, ты знал? Для меня это открытие. А почему? Ну, с камушка. Не знаю, мне всегда казалось, что дает. А, Гвиндвейкер есть? Ой, руна щита. Все, беги ко мне, прямо сейчас, прямо сейчас. Побежали, побежали, побежали. Руна щита, Гвиндвейкер. Бегом, бегом. Хаста! Хаста, руна щита, Гвиндвейкер. Ебать. Вот это я топотун сейчас буду. Вот это я буду топотун. Блять, у меня просвета нет. Я топотун. Опа, опа. А что мы тут захватываем? А что мы тут захватываем? Блять, и дэмэджа ведь не нанес даже. Задиспелили обе руны. Вообще совести нету, пацанов. Опа, я топотун.
Ты на кого быкуешь, блядь? Ты на кого? Ой, кайф. Огромак подойдет и без бладстоуна похилился об него. Ой, давай цепляй, цепляй. Не цепляется. Тебе нет похилить меня? А вот он цепляется. Да, уже не цепляется. Primal Beast, Primal Beast. Вы на связи, я землянин, отзовитесь. Я здесь, да, хиль меня, пожалуйста. Урна, второй. Бичу, доктор, свет моей души, похиль меня, пожалуйста. А, стоп, у меня же, у меня мут. Скажи ему, пожалуйста, похиль, чтобы... пожалуйста, похиль, пожалуйста. Бичу, давай, 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 похиль. Это твой друг, да? Да. А, как, да? А тогда обязательно похилю, он хороший человек. Аккаунт дали 7000 порядочек. Не уходи от меня, блядь. А я же даже типать не могу. А, могу. Все, отмыл порядочность. За деньги. А, блядь, ты мне без денег дал, тогда... Дай ему денег. Я с тобой не договариваю больше. А у меня тоже славно. И ты тоже мне без денег дал. Да я не знаю, почему... А у меня другого варианта нет, у меня просто славно. Я тоже без денег дал. И ты без денег. Так это славно. Чатит на его нормально. С монетками. Я чё за дерево, ёбан? Ух ты, бля! Ух ты, бля! Давай, пока, Уокер. Ну, ты... Вот я тебя спас, а ты меня нет. Какого хрена? А ты меня не спас. Под всем вот этим скиле. Вот КПП умудрилась хил забрать. Ты уже умирал, сам я... Сам на скиле выжил. Да-да-да. Ну, хорошо, пусть будет так. Бля, вот я смех крутой. Завораживающий, знаешь. Слушай, он как из Юралаша, блядь, сбежал. Я тебе клянусь, нахуй. Не, мне нравится этот пацан. А-а-а. Прям кайфовый. У него голос причем не просто детский, он прокачанный детский голос. Ну, он, возможно, это самое, вокалом каким занимается, или он вокал какой. И вы уже трон сломали, а я в траве. Срочно фигить. Ну и всем огромное спасибо за просмотр. Отдельное спасибо тем, кто ставит лайки. Ну и, разумеется, мир вам.